Всем привет, добро пожаловать в Dying Light, и продолжаю тему интересных модификаций, интересных карт, которые добавляют игроки в Steam. Я напомню, абсолютно бесплатно, вы можете сами скачать, посмотреть и попробовать что-то как здесь у нас. Предлагаю вашему вниманию небольшой взгляд изнутри мода Teleporter. Телепорт от игрока или человека с ником Morgman. Значит, предыстория здесь какова? Получается, у нас какой-то профессор застрял в некой лаборатории с мутантами и должен оттуда выбраться при помощи какого-то телепорта. Ну что ж, давайте взглянем изнутри на этот мод. Уже задолбался я ждать этот The Following. Ну вот, пытаюсь просматривать какие-то интересные модификации и выкладывать их на канале. Это уже 7-й или 8-й по счету. The Teleporter. Да-да. Данная модификация имеет несколько различных концовок. Вот. Ну, как-то так. Сюжетом, то есть не просто открытый мир, а вам тут предстоит какое-то дело. Так, get the teleporter and hope it works. Доберитесь до телепорта и надейтесь, что он работает. Ага, что это такое у нас? Какая-то бумажка. Teleporter lock 1. What damn thing? Chain lamp keeps messing up the teleporter, but elevator stuff. Короче, какой-то там генератор что-то вышел из строя, его взяли и забрали к какому-то лифту. Так, алкоголь, ясно. Так, хорошо. Аптечки. Кстати, давайте взглянем, что у нас тут вообще по навыкам. 6-й уровень, 10-й. Не густо. В инвентаре вообще пусто. Понятно, хорошо. Так, вот такие у нас суровые будни. Фонарик есть. Сортир. Ага. Ладно. Вот меточка сюжетная. Куда-то там добраться. In movie. Be quick or be dead. Будь быстрым или будь мертвым. Хорошо. Профессор наш, я так понимаю, закрылся после ужасов, которые здесь у нас начали происходить на этой лаборатории. Ну да, похоже на лабораторию. Так, туда-сюда, давайте тут посмотрим. Вроде никого. Ух ты, какая красота тут. Псоды. Что-то кто-то писал. Так. Бляха-муха, где аптечка? Как я давно не заходил в эту игру. Какие-то выключатели, резетки торчат. Сетевые эти вот. Так. Прикольненько. Тут что-то у нас. Какие-то эксперименты. Ага, чертеж какой-то. Чертеж, аптечка. Здорово. И, собственно, аптечка. Вы нашли аптечку. Чтобы воспользоваться ее, нажмите H. Лады, спасибо. Так, пойдем поглядим, что тут. Тут надо очень аккуратно быть. Ой, потемки. Ага. Бывшие сотрудники, я так понимаю. Что это у нас тут? Конференц-рум. О, пиндалет. Так. Ага, фига с два. Туда не пройти. Значит, нам нужен... Тут какие-то написаны скрытые с понтом локации, все дела. О, их там двое. Ой. Так, врубай фонарик. Ой, елки-палки. Чё-то... О, детали. Металлические. Так, ну они туповатые, так что мы тут быстренько осмотримся. Так, это что у нас тут? Сдвинуть. Ага. На, мать твою. Так, ну у меня оружия нету, а кулаками их бить, наверное, будет очень долго и нудно. Так, что это? Батарейки. О, вот здесь вот что-то полезное. Так, на землю. Пока пусть валяются, я тут быстренько осмотрюсь. Еще батарейки и телефон. Записка очередная. Handwriter note. Everyone in the office tried except the doctor.
A good side. Короче, что-то вы там на хорошем счету. Доктор Хувер. Мы и играем за этого доктора Хувера. Музыка какая. Так, они вроде как потеряли ко мне всякий интерес. Я пойду сюда. О, ёлы-палы. Все, там и сиди. Кровище везде. Ядри налево. Системные администраторы. Ага. Так, сколько у вас там? Пятеро. Камеры. Все как полагается. Так, мне куда? 21 метр куда-то, непонятно. Так, припасы. Забираем. Да, что-то у нас здоровья маловато. Жестянки. Мочалки. О, орешки. Всего лишь одна аптечка. Еще орешки. Алкоголь. Может быть, коктейль Молотова можно будет сделать. Небо оружие какое-то, хоть ломик. Ой, сколько тут всего. Лаваш. Печенька. Сладости. Что тут? Так, и снова алкоголь. Упиться можно до усрачки. И в самого зомби превратиться. Ой, тихо. Ты чё? Не та кнопка. Так, девочки направо, налево, мальчики направо. Так, тут забаррикадировано, посмотрим, что тут у нас. Провода. Не, сигналку нельзя как-то. Что тут привлечь внимание? О! Твою мать! Хрена себе! Где он? Так, я вот там что-то вижу на полу. Так, ты... На, мать твою. Падай. Туда, так. О, есть. Ключ. Тьва, это что-то быстро склеился. Видно. Бабахнулся здорово. Так, какой-то костюм. Гордон Фриман, что ли? Нет? Какая-то отсылочка. Нет, его одеть никак нельзя вроде. Кто-то валяется. Это что? О, и здесь можно обыскать. Надо пользоваться вот этой вот штукой почаще. Ну, так, пока ничего не понятно, но ключ есть. Вентиляция. Ну, полезли что ли в вентиляцию? Так, куда нам? На ту сторону что ли? Не, здесь. Кажется, прохода нет. Давай сюда. О! Ха, моется он тут. Не, к нему лучше туда не спускаться. Еще взорвется к чертовой матери. Так, сюда. Фига. Ой, ядрить налево. Что это вообще такое? Какие-то баллоны. Какой-то газ. Ой-ой-ой-ой-ой. А я тут не сдохну? Хрен его знает. Так, аккуратно. Оп. Так, наверх, наверх, наверх. Давай. О, есть. Газ вроде как внизу. Но их много. Там вот дверь какая-то. Я так предполагаю, нам туда. Как бы вас отвлечь? Ага. Ой, цепляйся. За эту штуку можно уцепиться и ползать. Вот дверь, но это светится. Уцепился за лампу. Воу. Так, что это вообще такое? Ха-ха.
Так, попробую залезть. О, открывается. Закрывай, закрывай быстро. Есть. Так, пусть там и сидят. Что у нас здесь? Еще один какой-то люк. И какая-то хреново лаборатория. Ломик. О, отлично. Сейчас давайте сравним. Что у нас тут вообще в инвентаре? Трубный ключ 31. Ну, а здесь гораздо лучше. Вот теперь точно Фриман. Что-то полезное тут есть? Есть. А еще? Больше вроде как нифига. Лады. Так. Еще один. Сумасшедший. Я так понимаю, мне в этот офис. Где он тут? На, мать твою. Ты уже склеился? Нет, еще. О. 19 баксов. Так, ладно. Фотки. Какой-то офис. Какого-то менеджера старшего. Что у нас здесь? Орешки. И какая-то очередная записка. Что тут у нас? Boss Letter. Our MDR 78 продукт. Продается 200% эффектив... А, быстрее, чем подобные продукты. Наша дистрибуционная система will make us... Короче, сделает нас триллионерами. Что-то тут продает какой-то MDR 78. Чуть-чуть. О, что это у нас? Какая-то карточка. Дипломы, награды. Мелки. Рация. Некрономика на этот. Какая-то стена пасхалок. Похоже. И головешка валяется. Похоже, от вот этого существа. Угу. Так. Никого? Вроде нет. А где эта парочка? Вот один. Ну, поскольку у нас есть теперь ломик, можно поговорить по душам. Да, давай, давай. На, мать твою. Да ты сдохнешь или нет? О, наконец-то. Так, я здесь ничего не пропустил? Вроде нет. А, это карточка. Как сюда попасть, этот пистолет забрать? Там на дверях нет электронного замка. Значит, нужен какой-то то ли ключ, то ли где-то что-то повернуть, чтобы открылось. У меня такое ощущение, что он со мной поздоровался, рукой помахал. Ха, собралось. О! Твою мать! Какие мать их живущие! Да! Гаси, я одного убить не могу, их там пятеро. О, этот, кажется, склеился. Да. Фонтан крови. Тот тоже вроде склеился. Ломик практически пришел в негодность. Ха.
Есть. Отлично. Сигарета. Может, у них какие-то записки, ключи у кого-то есть? Вроде нет. А, эти тут что-то сами сдохли. От одиночества. Что это у нас? Сигареты и какие-то ключи. Конференц-рум Кей. Отлично, я нашел ключи от той комнаты. Сейчас заберем пистолет. Так, а что здесь вообще? Сервера? Какая-то дверь. О, Клондайк. Химикаты, гвозди, бечевка, изолента. Какая-то фигня. Так, что еще? Еще. О, детали для ремонта. Отлично. Пластик. Так, это мусорный бак. Какой-то вентиляции здесь нет. Ну, вроде как поживились. Давайте взглянем, можем ли мы что-то либо счертежить. Так, у меня есть ключ, но не хватает чего там. Клинок какой-то. Полицейские дубинки, так ими не пахнет. О, я могу сделать королева панков. Создавай. Так, где он там? Опа! Фига себе. Яд и электричество. Вот такая вот фиговина. Вроде как еще и... Ни хрен его знает. Ну это за предзаказ. Там стандартные чертежи давали. Их никак не выпилить. Пойдем за пистолетом. Я думаю, он нам пригодится. Можно... О, теперь можно открывать. Так, аккуратно. Мы находим патроны. Собственно, сам пиндолет. Есть. Сколько там боеприпасов? Дофигище просто. Подкрепимся. Что-нибудь еще? Что это у нас? Еще какая-то записка. Chemical Research Department has concluded that MDR does it. Короче, вот этот вот препарат MDR-78, какой-то эффект есть. Но нам насрать, мы его дальше продаем. Вот так вот. Появился какой-то побочный эффект. Но всем плевать. Так, хорошо, у меня есть карта. У меня есть ключи, у меня есть пистолет. Все вроде есть. Так, а где я не был? В сортире я вроде был, а что здесь? Вот какой-то. О, отлично. Похоже, я на месте. Это и есть телепорт. Ну, судя по скриншотам. Так. Ну, зная все эти приключения, не все так просто. Что-то нужно где-то включить, повернуть. Что это? Ага. Противогаз. Наверняка я могу в той зоне теперь бегать. Спокойно. Какие-то у нас здесь генераторы. 5000 XL. Включено, включено. Странно. Так, hit the button on the panel. Короче, нажмите кнопку на панели. Так. Добавьте супер батарею. Суперселл батарея тут это. Короче, надо какую-то батарейку найти. А где? 34 метра. А, ну тут все понятно. О, повылазило. Шикарно. Падай. Да, он как со мной то ли здоровается, то ли прощается. Никого? Вроде нет. Трупы. Какие-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот вам и... Эксперименты, мать их. А, вон батарея. Дайте угадаю, я ее заберу. Поле спадет. И тут придется очень долго бегать нудно. А что здесь?
фига. Так, я забираю ее. И могу ли я как-то тут... По идее, да. Как-то попытаться убежать. Так, хватай. Побежали, побежали. Фу, мать твою. Куда тут дальше? Сюда? Дверь закрой. Маха он. Не закрываются. Ха, мудак. Очки ловкости плюс один. Ну да, тут не прокачаешься. Погоня отстала? Шикарно. Я еще и здесь закрою. Так, батарейка у нас. Сюда ее вроде. Есть. Значит, генераторы работают, батарейки есть. Push the button. Эй, мать твою, нажми на кнопку. Ну и чё, блин, тупим. О! Твою мать! Воу! Громила! А чё он сдох? Ты точно не воскреснешь? Трубный ключ. Какой-то молот. Дубина. Что-то он быстро сдох. Может, его полем как-то шарахнуло. Еще дальше. Такие звуки. Ха, табличка выход. Ну ладно. Ой-ой-ой. Опа! Получилось! Delicious kebab. Paradise. Welcome to paradise. You are here. В раю. Что у нас здесь? Celebrate your victory with a drink. Отметьте вашу победу выпивкой. Это что ли? Снова нас куда-то телепортирует. Эх. Какое райское местечко было. Так. Это нам все привиделось, но пистолет в руках. Надеюсь, это место как форма рая, что-то вроде такого плана. Попали в дурдом. Забирай мишку. Dying Light. Вот такой получился мод. Но здесь есть еще, это, я так понимаю, плохая концовка. А есть еще какая-то хорошая, с какими-то скрытыми местами. Вот, вот такая вот модификация. Довольно интересно сделана, она очень коротенькая, ну, как вы могли заметить сами. Но вот такой вот задел. Интересно, все работает, все очень красиво оформлено. Спасибо за эту модификацию, вам спасибо за то, что посмотрели. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, будут другие видео по другим интересным играм. На этом всем прощаюсь, всем удачи, до встречи. Пока-пока.